Расскажи, что у нас сегодня? Киви! У нас сегодня киндеры. У нас сегодня не просто киндеры. Они попали в небольшую аварию, когда ехали с нами из Германии. У нас раз, два, три, четыре. Четыре киндера с барашками или с коровками какими-то. Все разные. И три киндера просто из Германии. Вкуснота! Покажешь? Нет, вот это. А вот этот бандит понравился? Коллекционный. И зайка. Всем привет! Вы на канале Я на Кляйн. Как дела? Кто не подписан, подписывайтесь. Ребята, жмите красную кнопку подписаться, чтобы не пропустить нашу новую серию. Ну что, Ян? Расскажи, что у нас сегодня? Киви! У нас сегодня киндеры. У нас сегодня не просто киндеры. Они попали в небольшую аварию, когда ехали с нами из Германии. У нас раз, два, три, четыре. Четыре киндера с барашками или с коровками какими-то. Все разные. И три киндера просто из Германии. И вот эти барашки, они все разные. Вот этот красный, на нем нарисована божья коровка. Это розовая коробка, наверное. Все-таки. На ней сердечки, на этой солнышки. А это какая-то полицейская корова, вся вот такая вот в полицейских значках. А это, вот это. Подставка для киндеров теперь у нас будет, да? Это. Подставочки вот такие вот. Очень классные подставочки, очень удобные. Поэтому посмотрим. От шоколадки? Да. Открываем шоколад. Вкуснота. Да. Какой-то коллекционный сразу, оранжевый. И что там за коллекция будет? Очень интересно. Кто там? Кто это? Кто это такая? Ну, Ян, кто там? Какая-то птичка, играющая в бейсбол. Кепки. Какой-то мир спортивных птичек. Даже не знаю, что это за серия. Тут и зайки, и птички. Много кого. Какая-то птичка, бейсбольная птичка. Спортивная. О, вон она. С бейсбольной битой. А может, это птичка-бандит? Как ты думаешь? Да. Птичка-бандит? Не спортсмен? Нет. Понятно. Хорошо, поехали дальше. Открываем какой киндер? Вот такой? Видите, он придавился у нас. Они ехали в такой жаре. Мы их везли специально для того, чтобы открыть и показать вам. Какая-то желтая капсула, не коллекционная. Давай посмотрим, что там будет в ней внутри. Что это? Это поролка. Барашка? Это поролка. Ага, это браслетик вот такой. Какие-то дракончики. Оденем? Вот такой, это какой-то дракончик или кто это, непонятно какие-то. Это кто-то дракончик. Вот такой, как дракончик. Его можно одевать как браслет. Он вот здесь застегивается и вот будет как у мальчика. Вот здесь на браслете. Ну что, поехали дальше открывать. Сколько у нас там еще сюрпризов-то осталось? Раз, два, три, четыре, пять сюрпризов еще. Из них очень много барашков. Барашек пошел желтый. С солнышком. Давай его сюда. Шоколад в сторону. И что, желтая? Желтая, не коллекционная. Что там? Что за сюрприз? А, это Туинка. Как ты так не натянула одинами? Это такая пружинка. Здесь вон нарисована гусеница, которая может прыгать, если ее вот так сделать. Смотрите. Оп, попрыгунья, гусеница попрыгунья. Ну что, поехали дальше? Да. Давай открывать следующий сюрприз. Барашки, тотик на 5 тататону.
Угу. Все, барашки там, пускай стоят. Открываем киндер. Киндер уберашек. О, какой-то оранжевый. Нет, не оранжевый, желтый. Давай сюда. Давай бумажку. Ну ничего страшного, в киндерах классные игрушки должны быть. Машинка. Что за машинка? Какая-то прикольная машинка. Смотрите, наверное, Volkswagen Жук. Похож, по крайней мере. Кабриолет. Покажешь? Нет. Ух ты, да, это серия Volkswagen. Здесь Volkswagen и Жуки. Старые и новые. И нам попался вот такой красный новый Volkswagen Жук кабриолет. А Яна уже открывает нового барашку или коровку. Я думаю, что это коровки все-таки. Снова желтая. Да. Не страшно? Ой, а у нас была такая штучка, это волчок. Нет, это и... А что это, по-твоему? Это волчок, его нужно собрать, и он будет крутиться. Нет. Вот так он собирается. А я вот теперь. Вот так вставляется волчок. Пока я открываю новый киндер, мы с вами поиграем. Ой, да? Выпало все. Ой. Так ставится волчок. Пока Яна открывает киндер, мы поиграем. Оп, и все разваливается. Вот такая штука у нас. Кто там? Бадака. Барашка попалась. Бадака. Собака? Да. Ой, так это не барашка? Да. Держи коровку. Ой, это не собака, Яна, это зайка. Смотрите, это такая серия, где есть... Совенок какой-то, зайка, лисенок и ежик. И нам попался зайка. Смотрите, этот зайка, он в листике как будто капустный, у него как памперс. Это зайки-малыши, животные-малыши. Вот такие вот. Ну что, у нас остался еще один сюрприз. Может, в нем попадется какой-нибудь коллекционный, мы узнаем, что это за серия киндер-сюрпризов. Папу Смурфа. Да. Да. Мы будем надеяться, что это серия со смурфиками. Ну, сейчас мы увидим. Так кто-то хочет папу. Папу Смурфа хочется. Мне тоже. Давай, открывай. И все равно это не коллекционный у нас. Желтенький. И кто там? Кто там, кто там, кто там? Бедонка. Обезьянка с малышом. Вот смотрите, да, вот такая обезьянка. Так было. У нас был такой? Обезьянка. Ну ничего страшного, они тоже классные. Мы уже того давным-давно потеряли, да, где-то? Да. Да. А какие там еще есть малыши? Давай покажем. Покажи брошюрку. Смотрите, какие там малыши, там лемуры. Вот. Не, у нас, по-моему, обезьянок не было. У нас обезьянок не было, по-моему. Здесь львята есть, обезьянки и лемуры. И вот нам попалась обезьянка. Малыш, обезьяненок с мамой. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что нам сегодня попалось. Нам попалась, как Яна говорит, птичка-бандит. Спортивная птичка, какая-то коллекционная. Volkswagen Жук кабриолет. Вот такой волчок. Обезьянка с малышом. Вот такая гусеница-попрыгунчик. Кто там еще был? Дракончик и зайка в капустном листке. А еще смотрите, у нас попалось 4 барашка или 4 коровки. Мы определились, это кто, барашки или коровки? Барашки. Барашки и 4 барашка. Итак, кто тебе понравился больше всего? Вот, вот так. И эти, и та я.
барашки. Листик, вот этот дракончик с листиком и барашки. А вот этот бандит понравился? Коллекционный. И зайка. Кто я опять? И обезьянка с малышом. Ну что, ребят, сегодня у нас были киндеры из Германии. Ставьте лайки. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Всем пока, до новой встречи.